Часи чуть похожие на больших орлов. Часу над тобой не знаешь, дорогая. Лёд уже звёздный в несколько часов. А ты улетающий вдаль самолёт. Сердце своё сбереги. И вы под крылом самолёта о чём-то поёт. Старый клён стучит в стекло, приглашая нас, друзьями, на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идёшь по переулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло от того, что ты идешь? Потрясающе! Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармония поет? Что кто-то любит гармониста. Отчего, отчего, отчего гармония поет? От того, что кто-то любит гармониста. Дорогие друзья, внимание! Институт теоретической астрономии Академии наук России и Центр по малым планетам обсерватория Цинциннати США свидетельствуют, что малая планета номер 1889 между Марсом и Юпитером, открытая советскими астрономами 20 февраля 1976 года и являющаяся неотъемлемой частицей Солнечной системы, именуется Александра Пахмутова. Светит мне знакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, звездные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только доме не пелось.
поверь, что здесь издалека Бога теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, что порой от жизни получать радость и скупые телеграммы. Надежда, мой голос земной, а удача награда за смелость. А пенсии довольно одной, чтоб только о доме мне пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, московские метели, слово между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежды. Надежда, мой голос.